Привет, друзья! Приехал специально с друзьями на Десну. Там вот речка за кустами. Поискать сморчок обыкновенный. Мы их несколько штук нашли, но как бы я там не посчитал, что это интересно. И ну как бы хотел дальше по кустам. Старался ближе к воде, но там что-то тоже ничего не нашел. И здесь почему-то внезапно при рассматривании вот этих вот кустиков я нашел целую поляну необыкновенных сморчков, а сморчков почему-то хронических. И здесь их таки довольно много. Если вы вот можете рассмотреть там, значит, вот парочка, там штучки 4, там 2, там дальше еще несколько. Вот, к сожалению, у меня заканчивается место на телефоне. Но как бы мы будем знать, что они растут также и вот так. Вот там же, где и сморчки обыкновенные, в таких же местах может быть и сморчок конический. В очень хорошем состоянии. Всем пока!